последний тренд, вот куда сейчас движется вообще рынок умного страхования, да, и какие как бы перспективы развития в России? Ну, как свидетель того, как этот процесс развивался, хочу сказать, что в этом году произошел достаточно качественный, серьезный прорыв, связанный с тем, что некоторые государственные инициативы в рамках там, законодательного поля появились слова, которые можно трактовать как телематика в тех или иных продуктах. Например, Европротокол, где четко показано, что расширенный Европротокол можно фиксировать при помощи средств там, навигации ГЛОНАСС GPS. Да, это как бы говорит о том, что если до этого все годы страховая телематика развивалась от желания страховщика быть инновационным, привлечь к себе тех или иных клиентов, тоже инновационных, да, таких гиков, то в этом году мы поняли, что страховая телематика неизбежна, потому что государство говорит о том, что она должна быть, потому что это развитие ГЛОНАССа в первую очередь. И, конечно же, все сообщество чувствует интерес к этому, к этой теме, он сильно вырос. Более того, я хочу обратить внимание, что сегодня, к сожалению, не было выступления, но должен был бы выступать Банк России. Мы видим, что сегодня уже выступили и Российский союз страховщиков, и АО ГЛОНАСС, и НП ГЛОНАСС. То есть я как модератор и ведущий данного мероприятия 3 года из 4, хочу сказать, что такого аншлага никогда не было, и участники, и зрители, что называется, в очень хорошем, и выступающие, и качество выступающих тоже очень приличное. В том числе хочу обратить внимание на то, что к нам приехал представитель компании Ptolemus. Это уникальная компания, которая делает аналитику мировую для страховой телематики. Это бельгийская компания. Поэтому можно сказать о том, что сегодня страховая телематика в России начала уже развиваться, и что время пилотов закончилось. То есть следующие там, несколько лет я прогнозирую как приличные запуски на больших объемах, на больших территориях решений от страховых компаний в области страховой телематики. А есть ли какие-нибудь вот сейчас подводные камни? Как вот мы сегодня слышали, да, что молодые люди просто боятся там ставить эту коробочку, потому что вдруг я там проеду на красное, а мне потом платить в 2 раза больше. Вы знаете, проблема заключается в том, что чтобы продать какой-то продукт, продавец должен хорошо о нем рассказать. Вот представьте себе, вы 60 лет торговали одним продуктом, страховым продуктом, и вдруг он сильно стал инновационным. А вы как продавец еще не можете, не научились его предлагать. Поэтому я считаю, что основная задача страхового сообщества в России – это научиться продавать не простой продукт КАСКО или ОСАГО, а сложноватый продукт с каким-то техническим устройством. Он совсем не простой продукт. А так как страховщики – это финансисты, и они умеют продавать именно страховые продукты, да, нативные страховые продукты, то сложно переключиться в момент. Поэтому это будет за несколько шагов, это будет за несколько, возможно, лет. И в итоге все придет к тому, что все научатся, и не будет таких вопросов от молодежи. Я молодой водитель, часто превышаю скорость, извините, и так далее, и тому подобное. Этого, конечно, там, через несколько лет уже не будет.